Саратовский адвокат подозревается в мошенничестве. По данным следствия, накануне член Саратовской коллегии адвокатов попытался выманить у одной из своих потенциальных клиенток денежные средства. Как пояснил ей мужчина, они будут использованы в качестве взятки работникам правоохранительных органов. Также адвокат пообещал женщине посодействовать в прекращении в отношении нее уголовного дела. Свои услуги 28-летний мужчина оценил в 200 тысяч рублей. Свой умысел завершить адвокат не успел. Был задержан в квартире у клиентки как раз в момент передачи денег и составления договора. На неожиданных гостей адвокат отреагировал спокойно, объяснив ситуацию. Стоит отметить, что уже на первоначальных следственных действиях подозреваемый дал признательные показания. Преступный умысел злоумышленника не был доведен до конца в связи с тем, что его действия пресечены в результате грамотно спланированных и организованных оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками Управления Федеральной службы безопасности России по Саратовской области. В отношении адвоката возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на мошенничество», совершенное с причинением значительного ущерба гражданину. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.